Василий Синичкин готовится к тюремному заключению. Экс-глава Саратовского района заявил, что уверен в обвинительном приговоре с лишением свободы. Напомню, бывшего чиновника судят за превышение должностных полномочий. Рассмотрение дела проходит уже второй раз. В первый раз суд освободил Синичкина после предоставления им документов об участии в боевых действиях в Чечне. На этот раз, уверен экс-чиновник, от обвинительного заключения ему не уйти.